На работу на велосипеде. Сегодня тюменцы присоединились к одноименной всероссийской акции. Не остались в стороне и представители власти. Например, депутат Юрий Баранчук поддержал цель проекта – пропаганду здорового образа жизни. Велосипед дает хорошую нагрузку и позволяет не терять время даже в час пик. Всех тюменцев призвал соблюдать правила дорожного движения при езде на велосипеде. И, безусловно, такие средства безопасности, как вот велокаска, они должны быть у каждого. В этом году появится у нас такое долгожданное асфальтобетонное кольцо вокруг парка Гагарина. Вот, это будет такой подарок всем нашим горожанам. Я думаю, что это будет, наверное, самое излюбленное место для катания на роликах, на велосипедах. Добавлю, завтра в Тюмени состоится старт велосезона. Всех желающих приглашают на Луначарского 122 в 9 утра. А 29 мая в областной столице пройдет велопарад.